Приветствую вас и по общему правилу экология и чистота. Это означает, что выстраивать отношения в данной сфере, ну это как отношения чистые, то есть не имеющего ничего негативного в плане восприятия вас. Это значит, что нужно определить для вас, что ценно, что не очень ценно, что позитивно, что негативно, что нравится, что не нравится, что вызывает положительные эмоции, что отрицательные, и стремиться в своих отношениях акцентировать внимание именно на этом и приумножать, развивать то, что вам нравится, и минимализировать, сокращать то, что вас не устраивает. Допустим, вам не нравится общаться с людьми наглыми, с людьми грубыми и так далее. Если вы спросите, а кому с ними интересно, можно сказать, что люди разные, и кто-то, может быть, получает адреналин от общения с такими людьми, такие личности есть, и указывают свои потребности. Но если вам не нравится, например, такой тип людей, то, соответственно, их вы будете избегать и общаться с ними исключительно по необходимости. А в случаях же, когда вам придется все же общаться, вы будете стремиться побыстрее, поскорее от них избавиться. И во время общения вы будете обращать больше внимания не на то, как они говорят, а на по форму предмет того, по поводу чего у вас образовалось общение. Так вот, чистота отношений в том, чтобы не иметь в них ничего такого, что вам нравится. А это значит, что действовать нужно в своих интересах, действовать нужно в соответствии с то, что вам ценно, и стараться общаться, сближаться, вступать в личные, близкие отношения с теми людьми, которые отвечают вашим ценностям, разделяют и их, поддерживают и готовы приумножать и развивать. Именно так нужно себя вести в данной парадигме. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.